Коллеги, вы знаете, у нас давно есть сотрудничество с Белорусским университетом. И, между прочим, вот эта оттяжка этого конгресса, она первоначально началась с чего? С того, что Вячеслав Семенович держал в голове идею очередной конгресс провести как конгресс Евразии, евразийский, и провести именно в Белоруссии. Вот. И он, значит, сформировал эту атмосферу, но, к сожалению, не получилось, потому что тогда как-то немножко это было не очень просто. Ситуация в Беларуси, ну, было непросто. Но, тем не менее, значит, ситуация сейчас другая. И вот мы, значит, новый договор заключаем. И мы слышали слова Анатолия Аркадьевича, что, может быть, и от эту идею они попробуют реализовать. Поэтому, значит, вот мы хотим подписать эту договор. Дорогие друзья, два слова тоже хочу сказать. Вот. Ну, во-первых, у нас очень много лет уже, десятилетия, я бы сказал, это тесное сотрудничество с Институтом транспортных программ. И когда директором был Слав Кримович, мы с ним начинали сотрудничество. И продолжалось это при Андрее Владимировиче. Вот. Просто мы сейчас обновили этот договор, записали некоторые новые пункты, осовременили его. Вот я думаю, что это будет, этот документ он придаст, как говорят, новый импульс нашим и так без того очень теплым и дружеским отношениям. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие.